В результате оперативно-розыскных мероприятий освобожден ранее похищенный гражданин Российской Федерации и задержаны участники этнической группы, его удерживающие. В конце ноября текущего года, около 2 часов дня, на юго-востоке столицы, трое неизвестных в масках с предметом, похожим на пистолет, нанесли потерпевшему несколько ударов битами. Злоумышленники насильно поместили его в автомобиле БМВ с частично заклеенными номерными знаками и вывезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, мужчину удерживали на территории Московской области в частном доме. По факту похищения на службу 02 поступило несколько сообщений от очевидцев, которые смогли частично вспомнить предметы нападавших. При этом, как выяснили полицейские, от его родственников требовали 8 миллионов долларов. Сами родственники в полицию не обращались, опасаясь за его жизнь. В результате проведенных мероприятий местонахождение заложника было установлено и принято решение о немедленном освобождении и задержании лиц, его удерживающих. В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде ареста. Примечательно, один из задержанных ранее был известен сотрудникам полиции как участник аналогичного преступления. Все задержанные входили в состав организованной преступной группы, состоящей из уроженцев Азербайджана и Грузии, которые занимаются похищением людей с целью выкупа. Только за последние 2 года сотрудниками полиции было задержано более 5 преступных групп, входящих в это формирование.